Вот так у меня как-то сейчас выглядит. Клеенка немножко расправилась, но все равно я когда буду гладилку доставать, там буду гладить, у меня там немножко подкопится, я все это поглажу, да. Цветочек все-таки я сюда поставила. Вот этот вот, он красивый. Ну, эти цветочки, да, гортензии хорошо смотрятся, красиво. Ну, в общем, как-то оттуда все убрала из столовой. Поставила сюда. Мне кажется, неплохо, да? Вот все в цветах у меня сейчас. И красивенько, я думаю, так. Вот, конечно, вот эту клееночку надо. Она, конечно, это портит вид. И вот здесь вот у меня накапано. Но вот это непромокаемо. Она высыхает и нормально. Я поливала цветы здесь. Посмотрим потом, как будет. Ну, может быть, пятнышко останется, я не знаю. Посмотрим, да? Ничего страшного, если даже что-то я потом протру. Вот. Вот эти вот тоже сюда поставила. Денежные деревья. Ну, думаю, неплохо. Вот. И эти тоже сюда. Елочку туда эту поставила. Пускай. Им же свет нужен. Тепло, солнышко и свет. И чтобы их поливали. Потому что, видите, у меня вот эти стояли, там света не было, и они сразу же пожелтели, сразу все, там какие-то листики сухие еще есть. Я уберу. Не люблю я, когда листья сухие, мне не нравится. А они еще не убираются. А я даже хороший листик сорвала. Ну ладно, ничего страшного. Так что вот так как-то, да? Погодка опять сегодня дождливая, гуляли на улице, дождь прямо, знаете, такой моросящий ветер. Нюнька даже не хочет на лоджию выходить, свои дела делать. Мне написали, что это надо выводить, да, по 8-7 раз. Да, вы знаете, я ее на лоджию вывожу постоянно, она там писит, она уже знает. Только вывожу, говорю, писикаки, давай, хорошая девочка, она тут же начинает. Просто когда витрина, вот такой дождь, она не хочет, даже на улице она не хочет. А сегодня вот мы гуляли, она ей два раза пописала и покекала, поэтому... Все нормально, да? Ну, себя снимать не буду, у меня вид непрезентабельный, поэтому как-то так. Смотрите, какой ветер. Вот, видно, да, и дождь. И прям, видите, такой вот прям льет в бок, видите, в бок. В бок туда, влево, да? Видно. Лучше бы снег выпал, чем вот эта дождина такая. Я говорю, это просто ужас. И она, бедная, знаете, выскочит на лоджию. Постоит и назад просится. Ну ладно, в общем, тут порядки навела. Туда поставила вот этот фонарь со свечкой. Не знаю, куда его, да. В общем, все. Я думаю, что я здесь хорошо сделала, да. Что вот там вот это вот поставила, эту столик вот этот маленький. Вот там как раз, мне кажется, это место и есть для него. И здесь тоже неплохо, я думаю, тоже пойдет. В него ничего не хочу, мне нравится, что он пустой, как бы создает пространство такое. Ну, может быть, кому-то не понравится вот это, да, что я тут сделала. Ну, пускай будет. Это же моя рабочая комната, никакой не там такой вот зал, чтобы там, знаете, пускай так будет. Мне это нравится, мне это устраивает. И вот сюда вот кусочек сделала, потому что тут черно, да. Я вообще думаю обшить его, потому что он черный, а мне бы хотелось светленько. Все, или пойдет так, или пойдет так, тоже ничего, да. Ну, смотрите, хорошо как. Я довольна, я довольна. Вот, купила вот такие контейнеры, сейчас мне надо еще. Видите, у меня стол тут все в проводах, провода, провода, но это у всех так, да. И мои тут эти поделки. Я тут все вчера опять сделала браслетик такой. Опять такой серенький, красивый. Я его сняла, потом выставлю, покажу. Такие контейнеры купила. Потому что у меня всего много, складывать некуда. Вот фурнитура всякая, да. Вот, все покупаю, покупаю. У меня уже склад целый. А я все покупаю. Ну, ничего. Я работаю, делаю, да. Это мой доход, на этом я зарабатываю, если кто не знает, думает, просто так, это мое хобби. Да, это мое хобби и мой заработок. Вот, я зарабатываю на Ютубе немножко, и так немножко зарабатываю. Потому что, ну что, я дома сижу, да, это вот, это работа, кстати.
И официальная работа на Ютубе – это официальная работа. Я плачу налоги официально. У меня все это идет через Финанзамт. Не просто так, что я там получила и все. Да, это все идет через Финанзамт. Я плачу 30% налога. Вот, если, конечно, там определенная сумма, да. Вот если там до определенной суммы, то налогом не облагается. Но если определенная сумма, то уже облагается налогом. Поэтому как-то так. Ну ладно, да. Фу, что-то я запыханная такая. Ну, я убиралась, там окно подмыла на кухне. То мне вчера было стыдно, я вчера снимаю. Я это окно грею. Смотрю, оно заляпанное. Думаю, я перед Новым годом же его протирала, мыла там, да. А сейчас смотрю опять, думаю, что такое. не поняла. Вот. Смотрите, только солнышко выходит, дождь такой. И так вот прям солнышко выходит, так аж весело становится. Ну, сейчас немножко зашло. А то прям засветило. Я думаю, надо быстрее снять. Ну ладно, потом еще, может, выйдет. Погодка сегодня прекрасная, солнечная. Вообще так здорово. Хорошая погода. Вчера была ужасная. Прямо ветер с дождем. А сегодня, ну, это просто замечательное солнышко. Туда дальше сейчас пройдем. Ну, видно, что солнечно. Вот. Нюшечка уже сходила, пипи сделала. Молодец. Она у меня сегодня уже утром встала, нигде не сделала в комнате. Нюша, фу! Фу! Вот кто-то покакала, собака чья-то, и не убрали. Но она уже не хватает этих говёшки, как раньше маленькая. Все уже. Ну, когда меньше была, не маленькая, когда меньше, уже все поняла, что это нельзя. Да? Вот. Ну чё, нюнечка? Ну все, я потом еще сниму что-нибудь, а то мне неудобно. Такое солнышко, прям прелесть. Да, нюнька? На полянку пришли. Птички поют, а уже чувствуется весна, честно. Хотя еще январь месяц, да, сегодня 24 или 25, сегодня какое число? А чувствуется уже так, солнышко пригревает. Вот вчера, говорю, такой день был ужасный. А сегодня прямо, ну, прелесть. Горло что-то у меня, правда, скребет. Так, вот надо выходить, одеваться. Одеваться нельзя, раздетой ходить. Там люди убирают. Так, она сзади меня идет. Сейчас я вся запутаюсь. Иди сюда. Они меня запутали все этими веревками. Это сзади, этот спереди. Давай. Топай. Видите, как хорошо. Небо такое чистое. Вчера было ужас. Ветер. На лоджию ее выпускаю. Она даже не хочет ни в туалет никуда ходить, потому что там аж сносит все. Вот она, вот она. Скоро будем раздеты и гулять, да, нюнька? Да. Тепло будет. Тепло, хорошо будет. Вот уже нюхает, все письма читает собачьи. Такая веселая девочка. Такая колобочек. Такая справненькая. Ну куда пошел? Туда нельзя. Ага, а ну-ка, ком. Видишь? А ну-ка. Красиво как. Дом красивый вообще. Шикарный. Ну-ка, догоняй Барнюху. Давай, догоняй. Давай, догоняй Барнюшу. Где Барнюша? Догоняй Барнюшу. Нюш. Нюня, ну догоняй Барнюську. Давай, скорее. Да? Вот этот полуверчик, который на Барнюшке, я его сама шила из своих гетров. У меня такие гетры были, я покупала. Я покупала две пары. Одни гетры маме в Россию вывезла. Это были в этом, в Чиба. Такие, такой. Иди сюда, Барню, в Чиба. Может, кто знает, видите, рисунок. Такие гетры. Но я их не носила, вообще не носила. Для дома купила. И вот я с этих гетр Барнюшечки сшила. И самый лучший, мне кажется, он. Самый хороший. Потому что что не куплю, то малое, то узкое какое-то. Вот, ну, Нюши будет. А этот хороший. Хотя вот мы гуляли в другом, да. Вот он, акробат наш.
Он еще не кекал, сейчас там сядет где-нибудь. Но я с собой всегда эти мешочки таскаю, чтобы убирать. Вот она, вот она. Вот это, аж подпрыгиваем. Аж подпрыгиваем. Вот она. Как-то гуляла здесь, да, с ними, и крыса дохла. Дохлая крыса, мыши валялись, видать, травили или что. Прямо дух. А ну-ка, иди сюда. Не смей там ничего есть, я уже боюсь. А что кушаешь? Травку, травку. Все, сейчас отключусь, то боюсь. Так, ну все, как вкопанные встали, что-то увидели. Ой, здесь как красиво, елочка. Травка, солнышко. Смотрите, как. Прям тепло. Я так оделась, а мне тепло. Пойдемте. Вообще хорошо. Там птички, они на них смотрят. Так здорово. Ну, мы там уже прошлись, прогулялись. Сейчас мы на ту сторону пойдем. Да, Нюшенька? Что ты там уже попробовала? Ой, все попробовать на зубок надо, да? А ну-ка иди сюда, машина. Машина. Не надо идти. Нюша, машина. Я ж боюсь, да? Мне говорю, когда я снимаю, одна рука, и мне неудобно так это. Она уже у меня все здесь все дела сделала на улице. Но даже неохота домой идти, такая погода хорошая. Прям неохота. Самой хочется гулять. Как собачки, да? Маме тоже хочется гулять, как собачки. Иди сюда. Как собачки. Барнюш, машина. Он знает, он будет стоять, он знает. А люди осторожные, я вам скажу. Потихоньку, ведь собаки, они потихоньку. Угу. Да. Все, пойдемте. Все, пойдем. Туда мы не пойдем. Или сходить прогуляться. Ну, я не хочу туда идти. Там стройка идет. Пойдемте сюда. Нюша, кум. Пойдем. Так, опять она меня запутала. Кругами, знаете, кручуся. Так, ну-ка, Нань, всякие салфетки, ей все надо. Вот что бы она ни нашла. Я говорю, вот знаете, раньше выйдешь, так чисто было, да, в Германии. Вот нигде ничего, да. Сейчас тут там где-то что-то валяется, то там, ну не говорю везде, да. В принципе, оно чисто, но все равно уже не та чистота, которая была раньше. Раньше вообще, знаете, все убрано. Машины там, не ходи туда на дорогу. Барни, не надо всякую эту нюхать. Им все надо, где везде какушки всякие. Да. Такие вот дела. Тут вообще вот написано, чтобы с собаками не гуляли и ничего не делали. А где с ними гулять? Мы и так и гуляем. Все тут ходят, гуляют. Видите, написано. Тут-то можно. Тут же это не там, где люди живут. Даже здесь, видите, написано, что нельзя. Ну, нельзя, значит, нельзя. Мы стороной обходим. Мы законопослушные люди. Ах, сегодня 25-е. Я почему-то думала, сегодня 24-е. Ну, сегодня 25-е. Пойдем, Нюшенька, пойдем. Пойдем. Она уже домой собралась, потому что он тут проулок, да, и сразу же направо и наш дом. Она уже бежит туда. Да, Ксюнька? Ком шпациран? А? Пойдем? Пойдем гулять. Ком шпациран? А, Нюша? Пойдем. Пойдем, моя девочка. Еще погуляем. Вот. Писит села, что ли? Грызет, что-то грызет. Ну ладно, прогуляемся еще. Погодка чудесная. Знаете, мне самой домой неохота идти. Солнце, тепло. Не знаю, сколько сегодня градусов. Но я вот оделась, да, в пуховике в своем, да. Вот так в теплой одежде. Но мне жарко. Я иду, и шапка на мне. Мне жарко. Мне жарко, потому что тепло. Так, теперь они меня окружили опять. Тут детская площадка, но детей тут вообще никого нету. Тут никто не гуляет. Пойдем, пойдем. Смотри, ты, мама, все запутала. Вот запутали меня и все. Вот что я должна теперь делать? Как? Нюша, ком. Нюша, ком шпацерен. Ком. Пойдем. Нюш, пойдем. Пойдем.
Пойдем, иди ко мне сюда. Пойдем, пойдем, моя девочка. Сладенькая. Сейчас пройдемся там вокруг, обойдем. И домой, потому что тут дорога вокруг. Если видите, у нас эти специальные салфетки для какашек, для собачек сюда выбрасывать. Вот они, салфеточки, видите, лежат. Удобно очень. Я тут смотрела девушку одну из Франции, да, смотрю, как канал называется. В общем, забыла. Вот, у них совсем другие, у них бумажные. Извиняюсь, что забыла, да. Да, Париж как-то... Короче, забыла. У них бумажная, интересно, такая бумажка берешь, так раз, это собираешь и выбрасываешь. А у нас такого нет. У нас такие целлофан, ну, такие. И еще мы сами покупаем вот такие вот зеленые. Там черные, да, вот у меня зеленые. Я одно время накупила их. Использовать-то надо. Паша такие вот берет, а я такие свои фирменные. Нюнька, все, пойдем. Ну все. Все, сейчас идем домой. Сейчас еще пройдем там ту улицу. Так вот, домой. Все, пойдем. Встала. Встала, как вкопанная. Пойдем. Уже она устала, видите? Уже я намотала ее. Ну, мы уже больше часа гуляем, второй час, если не полтора. Ну, мне тоже хорошо. Ну, ушко задралось. А ну-ка помотай головкой. Ушко задралось, надо вот еще, дай бог. Нюня, а ты что делаешь? Иди сюда, мама ушко поправит. Иди, иди ко мне, ты моя девочка. Да, мама ушко, подожди. Ушко поправит. То еще ветром надует. Все, пойдемте, дети. Там дорога. Ну все, опять она меня это... Нюш, за мамой надо идти. Не надо там идти. Этот акробат. Вот он. Так, иди сюда. Давай. Давай, иди, где Барнюша? Давай, иди к Барнюше. Вон Барнюша. Все, ребятки, я отключаюсь, потому что мне неудобно вот так переключать, потому что они бегут, а там машины, дорога уже. Все, пойдем. Все, давай, иди к Барнюше. Смотри, здесь как красиво. Мне нравится вот это вот место. Здесь красиво вот эти ягодки, вот это вот зелень, даже цветочки. Видите, как мороз не берет. Красота, да, и вот здесь вот, вот так вот зелено. Красота же, правда? Красота. Все, там у нас город впереди, он гора большая там. Такая вот вазочка, я говорила, что у меня есть. Она тоже, видите, такая вот разная. Вот, красивая. И наверху у меня тоже в спальне, там в баде, да, в ванной комнате стоит тоже вазочка с сухоцветами. Тоже очень красиво, но она поменьше, но она тоже очень красивая такая. Это вот тоже, она вот переливается. Она не хуже, чем та вот. Просто она сейчас на свет вот такая вот, да, а когда вечером у нее тоже вот такие переливы красивые внутри. В общем, тоже хорошая ваза. Красиво. Короче, ребят, я как будто простыла, охрипла вся. Ну, вот воды там много налила. Ну, в общем, такие вот цветочки. Ну, кажется, она не... Да, она вот, вот такими вот, видите, какая-то тоже немножко... Отлив у нее такой вот, как АБ, да, вот есть. Вот такая вот красивая. И цветочки в ней красиво смотрятся. Я их переделала, да, из той вазочки, из зеленой. Вверху там тоже еще есть вазы, да. Там он красивая, тоже синяя стоит. Ну, куда сейчас я буду здесь наставлять, да, вот это все? Пускай в шкафу. Я что-то перестала уважать хрусталь, не знаю. Вот у моей мамы, да, в России столько хрусталя. И я одно время думала, может быть, что-то взять, привезти. А сейчас что-то ничего не хочу. Думаю, а зачем мне это надо, да, хрусталь? Вот, что-то как-то не хочу я, не люблю. У меня вот есть вот эти вот хрустальные, вот такие вот, видите, стоят. Они одинаковые, в одном стиле. Это чешский хрусталь. Ну и вот куда я их? В них они как конфетницы какие-то вот эти вот, да? Хотя вот как вазочки, а это вот тоже как такая медуза. Ну вот куда? Вот. Ну, не знаю. Мои детки нагулялись, накушались и отдыхают. Вот все. Нюнька на диване, Барнюшка в лежанке. Ой, устали, набегались. Не хотели домой идти. На улице такая погода,
солнечная. Ой, извините, прямо горло у меня действительно... Горло у меня скребет, прямо ужас, как я говорю. Что-то я охрипла, как бы говорю, не разболеться. Вот, цветочки красивые, любую. Сейчас кофеечек еще буду пить. Налила себе кофеечку вот еще. Ну все, ребятки, с кофеечком вас, хорошего вам дня. Видео, конечно, выйдет вечером, пока я тут все сделаю. У меня дел много. Еще все там свое перебираю. Ну, в общем, хобби пока нету времени заниматься, да. Сейчас еще надо позвонить врачу, термин сделать на к зубному, что бумаги пришли, что они меня оплачивают там, ну, определенную сумму. Я, по-моему, говорила, или 80%, или 75%, или 85%, что-то так вот. Ну, там и мне еще остается порядочно платить. Но это только там за 3 зуба. За 3 зуба. Вот. Ну, а там еще посмотрим. Вот. В общем, короче, я себя не очень чувствую, что-то как-то вот. Правда, хоть бы на выходные не разболеться, да. Орхидеечки мои, смотрите, какие красивые, начинают там цвести, да. Ребята, спрашивали по торту, рецепт торта. Господи, торта, хотела сказать. Рецепт торта или торта. Короче, торта. Торта, да, не торта, а торта или торта. Блин. Безграмотная. У меня есть видео, я сняла и показала, где я взяла этот рецепт на канале у кого, да. Там вот видео есть предыдущее, посмотрите, где-то предыдущее, где-то, по-моему, оно, я не помню, там, по-моему, даже написано. Ну, посмотрите, пожалуйста, я же не могу по 10 раз это делать там, да. Я там показала, сняла, где взяла, и там рецепты, все. И зайдите на канал, посмотрите. Хороший, кстати, канал. У нее такие рецепты хорошие, кулинарные. Это кулинарный канал. Хорошие рецепты мне понравились. У нее торты там всякие тоже, это, ну, всякое такое. Но в основном, по-моему, торты. Торты. Так, простите, безграмотную. Ладно, все, пока-пока, ребята.